Всем привет, ребята, с вами Локи, мы продолжаем симулировать матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, и сегодня у нас встречаются Аталанта и Валенсия. Вы, ребята, в комментариях пишите свои прогнозы, как вы считаете, с каким счетом закончится эта встреча, кто победит, кто забьет. Ну а вечером мы с вами узнаем уже в жизни, как же команды сыграют на самом деле. Давайте, ребята, приступать. Аталанта принимает Валенсию у себя дома. И, ребята, поехали. Тут же гости неплохо идут вперед. Атака по правому флангу. Подача. Но никто из футболистов Валенсии на нее не откликнулся. И уже хозяева пытаются что-то придумать в атаке. 12-я минута. Очередная атака Валенсии. Подача. Удар по воротам. 1-0. Вот так вот. Гости выходят вперед уже на 13-й минуте. Хороший прострел с фланга. Нехорошее замыкание. Гомес откликнулся под передачу партнера. Не успел защитник Аталанты. И Валенсия у нас повела в счете. 22-я минута. Аталанта заработала право на штрафной. Гомес у мяча. Удар по воротам. Мяч в сетке. 1-1. Вот так вот, в середине первого тайма хозяева сравнивают счет. Шикарно исполненный штрафной удар от Гомеса. И счет снова становится равным. Красиво. Красиво Гомес исполнил, точнёхонько в девятку. 1-1 на табло, и мы продолжаем. 31-я минута, Аталанта снова в атаке. Подача в штрафную, удар по воротам. Но здесь спокойно голкипер Валенсии с этим ударом справился. Еще одна подача на дальнюю. Скидка. Удар по воротам. И спасает голкипер Валенсии. Хорошая атака Аталанты за 5 минут до конца первого тайма. Еще одна подача. Но здесь справились футболисты Валенсии. Тем не менее, вот такой вот дальний удар. Метров 40 пошел. Створ ворот. Еще один удар. И на сей раз мимо. У нас начинается второй тайм. 1/8 финала Лиги Чемпионов. Аталанта-Валенсия. Пока что в нашем прогнозе счет 1-1. Но Аталанта могла забить и еще. Ну а сейчас Валенсия идет в атаку. Подача. И здесь никого нет. Неплохая атака Аталанты. Передача под удар Сапати. Но... первый снова голкипер Валенсии. Довольно много сегодня у него работы. И как-то после пропущенного мяча гости никак не могут прийти в себя. Не получаются атаки. А Аталанта, наоборот, завелась и идет вперед. Классно разыгранная комбинация и гол, ребята. Это Родриго забивает за Валенсию и выводит гостей вперед. Неплохо разыграли футболисты Валенсии мяч на подступах к штрафной. И вот здесь, посмотрите, какая передача. И Родриго хлестко пробивает в нижний угол. Не смог спасти голкипер Аталанты. И снова гости выходят у нас вперед. 65-я минута, 1-2. И снова гости в атаке. И снова гол, ребята. И снова это Родриго. За 20 минут до конца он забивает головой, казалось бы, с очень дальней дистанции. Но очень точно пошел мяч в дальний уголок и не смог спасти вратарь Аталанты. Вот так вот, второй тайм, казалось бы. Валенсия не могла собраться, но выстрелила уже дублем Родриго. И 1-3. 15 минут до конца, посмотрим, чем ответит Аталанта. Подача, удар по воротам из штанга. У нас, ребята, пошли последние 10 минут этого матча. Гедеш тащит мяч по правому флангу. Еще одна подача. И на сей раз голкипер Аталанты с этим ударом справился. Классная сейчас комбинация. Сапата несется вперед. Но уже подустал. Скорости не хватает. Удар по воротам. И не точно, и не сильно. Удар по воротам. И рядом со штангой. Это Гедеш. Ребята, в нашем прогнозе победила Валенсия со счетом 1-3. Каким результат будет в жизни, мы узнаем с вами совсем скоро.
Пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи, всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.